Всем привет! Решил делать обзоры на телефоны. Сейчас на телефоны многие делают обзоры. Я тоже решил такое сделать. Девайс там, смотрят их, выпуски, с торца, не с торца, с той стороны телефона, с этого. Ну, в общем, мой тоже обзорчик. У меня есть обзорчик на один телефон, но это на другой. Давайте приступим. Телефон, ну, прямо скажу, что он недостаточно, может быть, на любителя. Такой очень телефон, что про него стоит сказать. Телефон фирменный, советский. Вот имеем такую достаточно эргономику. Давайте сначала посмотрим сбоку телефона. Вы видите такие мягкие обводы, мягкие линии. Все сделано под того, чтобы телефоном телефон, чтобы удобно сидел, точнее, лежал, стоял на столе. Вот его сбоку. Давайте посмотрим. Вот задний вид, видите, все эргономика рассчитана как трон, как кресло. Видите, здесь такие выемки, здесь такие полоски. Так, дальше что у этого телефона? Набор стандартный, практически сенсорный. Вы можете двигать, видите, пожалуйста, можете либо выбрать буквы, либо выбрать цифры. Вот, пожалуйста, набрать 8, допустим, 905, выбрать абонента, какой нужен. Это такой модный девайс, модный элемент, чтобы рука ваша не скользила бесконечно по кругу. Здесь будет остановка. Смотрим другие элементы телефона. Трубка. Трубка — очень продуманная эргономика. Трубки — очень элегантные линии, ей можно обороняться в том числе. Сделана из чугуна, такого пластика, очень добротного, очень, я бы даже сказал, литого. Вы посмотрите, у меня здесь аккуратные обрамления, аккуратные такие окончания выемки. Здесь даже тоньше, здесь немного толще, значит, эта часть как бы для того, чтобы вы в нее говорили. Вот трубочку снимаем, посмотрите внешний вид. Внешний вид трубочки очень хороший. Вот давайте я вам даже так ее покажу. Здесь отличный расположен на трубке динамик. Здесь микрофон. Это очень сложно перепутать. Звук очень отчетливый. В руках ощущается вес. Можно даже чуть подзаниматься спортом. Отложим трубочку в сторону. Вы здесь видите две таких кнопочки фиксатора. Видите, имеет характерный звук, фирменный, можно сказать. Здесь есть клеймо, видите сами, 1900, и либо какой-то завод, надо разобраться. Вот такой девайс, давайте посмотрим его с другой стороны. Все вес, все металл, все пластик, все чугун, грубо говоря. Вот обзор такого телефона. Операционная система у него, как бы это сказать, очень такая доступная, понятная, ничего сложного нет, зависания отсутствуют, какие-то вылеты также, он не перезагружается, скорее вы перезагрузитесь, чем он. Вот такой телефон, всем удачи, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, всем привет, всем успехов!